Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте посмотрим на день воскресенья. Что нам карты расскажут про воскресенье? Каким он будет для нас этот день? Итак, воскресенье. Письмо. Сердце. И аисты. Ой, на дне колоды карты счастья клевера. Ну, получите какое-то письмо. Письмо это всегда... письмо это и договор, может быть, и сообщение, и повестка, и другой любой официальный документ. Также, может быть, и признание в любви, и информация. Но информация, которая будет важна для вас. Сердцем говорит, что это письмо от какого-то друга, которого вы очень-очень цените. Вот, еще и аисты. Это аист, это у нас перемены, это рождение детей, это зачатие детей, это символ самоочищения, любовь к всему новому, прогрессивному. Аист это символ счастья, родины, циклических изменений. И аист символизирует важные изменения. Благоприятные изменения, активные изменения, когда говорит о том, что период застоя заканчивается. И здесь идет еще карта клевера, которая всегда говорит о возможностях счастья, удачи, символ вообще счастья и удачи, неожиданного везения, и, что там, исполнения мечты. Пусть так все и будет. Прекраснейшие карты. Желаю вам хорошего дня, всего доброго и до новых встреч. Пока-пока.